Читинский адвокат попался на передаче наркотиков своему клиенту прямо в зале Центрального суда. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией сразу из двух ведомств. Инцидент произошел, предположительно, 20 октября. Думая, что за его действиями никто не наблюдает, адвокат пытался передать подсудимому пачку из-под сигарет, обмотанную скотчем. Этот факт заметил сотрудник суда, просматривая изображение с камер видеонаблюдения, установленных в зале судебных заседаний. Он незамедлительно обратился к судебным приставам, которые попросили судью сделать перерыв и изъяли предмет передачи. Была вызвана оперативная группа, сейчас по этому факту идет следственная проверка. Позже экспертиза показала, что в пачке находилось наркотическое вещество растительного происхождения, сообщил источник в правоохранительных органах. Со слов источника, еще одна такая попытка была пресечена в конце октября благодаря бдительности персонала Центрального суда и судебных приставов.